агентство бизнес-информации «Берег». Меня зовут Артем Васильев. Поздравляю, во-первых, с долгожданным событием. Спасибо. Роман Гурамович, я коснусь экономических вопросов. Наверное, они все-таки актуальны сразу для нашего клуба с переходом в высший дивизион. Во-первых, вчера появилась новость по поводу того, что появляется какой-то KPI, связанный с посещаемостью и посещаемостью также информационных ресурсов. Вы что-то о нем слышали и как будет «Факел» насчет этого реагировать? Да, спасибо еще раз за поздравления. Я, к сожалению, не могу дать четкий и правильный комментарий, да, потому что, во-первых, мы еще не интегрированы как клуб в систему РПЛ для того, чтобы видеть какие-то документы, предложения, там, рассмотрения и так далее. Поэтому я это комментировать не могу, потому что просто не обладаю информацией. То, что появляется в новостях, мы же знаем, что это как бы, ну, неподтвержденная информация, поэтому нам тяжело об этом говорить. К любому развитию событий мы готовы, благо... Если мы говорим про KPI, которые содержат в себе часть маркетинга, часть посещаемости условно, или там ажиотажа, скажем так, вокруг футбольных клубов со стороны болельщиков, то я думаю, что у «Факела», наверное, с этим проблем не должно быть. И раз уж мы достойно показали хорошую в не самых простых условиях посещаемость, связанную в начале сезона и с ковидными ограничениями, со всеми этими историями, то я думаю, что уж в премьер-лиге, если, дай бог, не будет никаких ограничений, мы должны будем где-то также идти в лидерах, по крайней мере, посещаемость должна, болельщики есть, и ажиотаж, мы надеемся, будет достаточно большой. И еще тогда к экономическому вопросу, будет ли какая-то смена титульного спонсора, об этом что-то говорится или нет, и также каким образом будет строиться бюджет клуба, какой процент бюджета из области и какой частный инвестор? Сразу от спортивной составляющей у нас, видишь, сразу по экономическим всех деньги интересуют сразу. Титульный спонсор смена где? У «Факела»? Да. Но у «Факела» на сегодняшний день титульного спонсора нету. То есть титульный спонсор – это статус, когда это основной спонсор, который приносит основную часть, скажем так, доходной составляющей бюджета. Да? То есть у нас после того, как ушла компания ТНС, соответственно, титульного спонсора нету. И партнера, скажем так, либо спонсор, либо партнер. Поэтому у нас есть ряд партнеров, которые нам помогают, они не титульные, они все для нас важны. Надеюсь, со многими из них мы пролонгируем отношения. Это касается и сегмента букмекеров, и партнеров наших по детско-юношескому спорту и формату. Вот, и непосредственно первой команды. Но надеюсь, что в ближайшем будущем попробуем отработать постепенно, поступательно и, естественно, там сегмент титульного спонсора, как вы правильно сказали. Здесь уже зависит и от работы клуба, как раз-таки от интереса, потому что ФНЛ – это одна история, да, мы понимаем, естественно, освещение РПЛ на федеральном канале, оно уже, или платных, но основном вещателе, это уже совершенно другая история. Поэтому на сегодняшний день я не могу тоже конкретно сказать, потому что мы еще реформируем все. Что касается бюджета формирования, то ну, мы, как и в ФНЛ, были достаточно скромными ребятами, так и в РПЛ мы точно останемся скромными, потому что, ну, не привыкли тратить налево-направо, и деньги нужно зарабатывать и считать каждую копейку. Клуб у нас один из первых по финансовому блоку получал лицензии также в РПЛ, когда мы сейчас подали заявку на лицензирования, потому что у нас нет долгов ни перед кем. Нам нужно эту тенденцию сохранить. И, как и говорил всегда, это работает и в профессиональном спорте, и в жизни, наверное. Хорошая, правильная организация может побить любой класс. А бюджет как кратно увеличится или пока нет? У меня пока нет понимания. Он, я надеюсь, точно останется как минимум такой же, как был. Но я не могу об этом говорить сейчас с точки зрения увеличения, потому что, сейчас говорю, я не пойму, какие отчисления будут от лиги, и какая система будет принята, утверждена. Я так понимаю, что клубы еще тоже до конца сами в лиге не выработали эту позицию, но и мы еще не участвовали на одном заседании, общем собрании лиги, чтобы о чем-то говорить. Журналист издания «Время в Воронеже» Василий Захаржевский. Еще раз вас поздравляю с тем, что клуб вышел в российскую премьер-лигу. Вопрос у меня следующий. С февраля этого года мы живем чуть в несколько иной реальности, политической, экономической и так далее. Вопрос у меня к вам следующий. На в
связи с этими обстоятельствами, какие проблемы возникли у футбольного клуба, возникли ли вообще, на чем это сказалось больше всего, та ситуация, которая сложилась? Да, спасибо еще раз. Ну, мы, наверное, не исключение. Мы же живем все в одной реальности, я имею в виду, и не исключение из других футбольных клубов. Конечно, изменилось многое логистически, это с сокращением там определенных возможностей переездов, перелетов и так далее команд в другие города и регионы. Это касается не только первой команды, там и молодежек, и, соответственно, детские турниры. Вот, в этом, конечно же, изменилось сильно. Изменилось, наверное, также в вопросах какого-то, сейчас в нюансы, если совсем уходить, естественно, оборудование, да, то есть, которое было возможно раньше приобретать за границей из стран Европы. Конечно же, сейчас все это пока застопорилось, но экипировка, вопрос тоже, это у всех клубов такой вопрос возникнет. Вот. Мы, конечно, в свою очередь попытались заблаговременно все это осуществить, вот, потому что планировали, в принципе, не лигу планировали, где мы будем, а именно планировали дальнейшую работу клуба. Я надеюсь, что нам удалось это сделать. По крайней мере, мы из этой истории должны будем выйти с минимальными, там, скажем так, потерями. Потому что большинство оборудования, что медицинское, что это, оно приобретено уже. И многое другое оборудование. Экипировка у нас была заранее тоже заказана. Ну, там есть сбои с доставкой, с логистикой, но думаю, проблем, скажем так, особо сильных в этом ключе не будет. Но это такие, наверное, глобальные вопросы, которые, ну и, как я сказал, логистика по переездам. То есть, если раньше можно было на самолете долететь, сейчас есть ограничения. Если раньше можно было дешевле на поезде где-то доехать, то сейчас все равно поедешь на поезде, но это уже стоит дороже и так далее и тому подобное. Если в Калининград раньше можно было лететь меньше по времени, сейчас это стало больше. То есть, ну, живем в системе реальности, скажем так, со всеми клубами вместе, без разницы, в какой мы лиге или там клуб лиги, но у всех основные проблемы такие. Еще вопросы. Понятное дело, то, что вы пока еще не можете сказать, какой приблизительно бюджет будет у клуба, но хотя бы сможете разъяснить, какую часть больше будет составлять? То есть это будет оба бюджет или, может быть, какие-то другие ресурсы? Какие статьи бюджета? Как, за счет чего клуб будет формировать бюджет? За счет каких доходов? Ну, как я уже и сказал, что планируется, да, то есть это сохранение той поддержки от области, которая была у нас на протяжении последнего там года и времени. То есть эта цифра, она, ну, по крайней мере, речи об этом не шло, что она изменится. То есть мы ориентируемся на то, что она будет такая же. Вот, естественно, то, что я сказал, это отчисление от лиги, который пул, скажем так, который должен быть, опять же, конкретно не могу говорить, потому что не обладаю информацией, но, как правило, этот пул состоит из телевещателя, то есть, да, это контракт с Матч ТВ, это букмекеры и еще ряд там спонсоров, которые в лигу отчисления делают по спонсорским контрактам за коммерческие права. Это самый основной, наверное, раздел. Если бы мы говорили о том, что было бы немного раньше, я думаю, что можно было бы утверждать, что клуб, наверное, получит больше, чем получает от области, если вы задали вопрос в сравнении. Но сейчас ситуация изменилась, и нужно подождать более конкретную информацию. Вот. Естественно, это билетная программа, которая в этом году у клуба была достаточно такая серьезный показатель, несмотря на, там, на минимальное количество стоимость билетов. Вот. Поэтому мы заработали много. И плюс наши партнеры, которые в этом году, спасибо им, нас не оставили и, скажем так, свои контрактные обязательства выполняли. Надеюсь, в следующем году там с некоторыми мы уже переподписали, с некоторыми еще будем, то есть продлевать с другими, с новыми. Это тоже достаточно большой такой, скажем так, пул. Вот. Ну и то, что я сказал, работа по титульному спонсору должна быть, не знаю, когда она конкретно появится кто-то, либо не появится, мы пока не знаем. Будем жить, скажем так, вот в этих условиях.
Вот еще хотелось бы спросить про заполняемость стадиона. Уже долгое время верхние ярусы трибуны не были заполнены. Может быть, к тому, что «Факел» вышел в премьер-лигу, может быть, их откроют? Вы все знаете прекрасно, это не секрет, и сейчас это, скажем так, везде будет говориться о том, что у «Факела», у одного из немногих клубов, стадион старый. Я об этом говорю уже давно, еще с первого дня, как я пришел, и сказал, что футбольного клуба не может существовать без инфраструктуры. Вот, надеюсь, что эта ситуация будет исправлена. Вот. Я думаю, что по посещаемости, давайте, я тоже много слышал, что вот мы, если будем вверху идти, в ФНЛ биться и так далее, то забьется как минимум, там, я не знаю, половину, но половину мы не собрали без ограничений, да, то есть давайте хотя бы низ соберем, а потом уже будем дальше думать. Плюс есть ограничения у телевещателя, да, то есть определенные. Если им нужны будут необходимые точки, которые на этом стадионе старом не предусмотрены, то, конечно же, нужно будет думать, и мы сейчас уже думаем, естественно, и консультируемся с коллегами о том, что использовать для размещения камер на площадках вторые ярусы, чтобы картинка была хорошая и так далее. Но я думаю, что никаких проблем не будет. Первый ярус у нас это практически там 21 с чем-то тысячи, по-моему. Вот, поэтому давайте сначала двигаться поступательно. Может быть, скажем так, опять же, и не будет столько народу, а может быть и будет больше, в зависимости от ажиотажа, от заявок. Когда уже поймем, как мы организуем свою работу под новым требованием и лиги, и основного вещателя, соответственно, тогда будет сформирована билетная программа. Билетная программа, которая будет сформирована, она будет выложена в публичном доступе, и тогда будет понятно уже, что мы делаем и как. И за сколько, самое главное. И еще вопрос у меня такой возник. Вот буквально, по-моему, сегодняшняя информация, то, что «Спартак» отказался от своей второй команды. У «Факела» также существует вторая команда. Продолжит ли она функционировать в том же режиме, в котором и была? Ну, вопрос правильный, насущный, скажем так. Поэтому конкретного решения сейчас озвучить не могу. В связи с тем, что клуб вышел в премьер-лигу, по регламенту мы обязаны иметь молодежную команду, которая участвует в соревнованиях, называется Лига М. Да, то есть это молодежные, дублирующие раньше так назывались, сейчас формулировки чуть изменились, дублирующие составы всех участников премьер-лиги, которые играют между собой, плюс с прошлого года добавили там еще 4 коллектива, по-моему, Чертаново и так далее и тому подобное. Вот, и мы должны будем по регламенту эту команду либо сформировать, либо мы будем точно думать над тем, чтобы «Факел М», который сейчас у нас участвует во втором дивизионе, просто переквалифицировался в это соревнование. То есть с точки зрения надо оценить возраста ребят, с точки зрения требований по возрасту опять в этой же лиге молодежной и интереса турнира. То есть турнир это точно интересный. И если мы говорим именно о молодежи, то я думаю, что точно мы проанализируем формат просто не, скажем так, в коем случае не ликвидирование второй команды, а просто эта команда из второго дивизиона ФНЛ-2 перейдет в Лигу М. И еще один вопрос, ну даже два в одном. Во-первых, ситуация по стадиону, который сейчас строится на Маршака, который обещали построить в 2023 году. И еще один вопрос по поводу нынешнего стадиона, то есть какие работы будут там проводиться для того, чтобы его привести в более-менее надлежащее состояние? Что касаемо стадиона «Факел» на Маршака, я думаю, что давайте наберемся терпения и в ближайшее время какие-то, я думаю, что, может быть, позитивные новости мы услышим. Ну, а новость позитивная, она может быть одна. Это начало таких масштабных уже работ непосредственно на объекте. Насколько я знаю, там был произведен демонтаж вот, всех, скажем так, конструкций старых сооружений. Зачищена, так сказать, площадь под строительство. Но после этого, так сказать, вышла пауза. Пауза была обусловлена тем, что проект немножко менялся, мы просто его согласовывали, мы не участвуем в этом, но мы как футбольный клуб должны там согласовать. И этот проект по решению был увеличен там до 10 тысяч с 8, поэтому это заняло какое-то время. Надеюсь, что сейчас в ближайшее время все, скажем так, такие
юридические моменты, нюансы с документами связаны, они будут утрясены уже до конца, потому что много согласований надо пройти. И уже, ну не мы точно, а непосредственно департамент, профильные департаменты области, которые этим занимаются, строительные, они объявят что-то или даже покажут что-то уже там, начало каких-то работ. Поэтому такие настроения достаточно оптимистичные в этом направлении, вот 100%. Что касается стадиона «Труд», то это, я сейчас не буду, давайте, вдаваться прям в нюансы, в какие-то подробности, потому что их очень много, да, то есть как бы работы начаты, они ведутся, должны быть закончены в сроки, вот, и основные вещи, конечно же, там, которые нужно доводить до ума, это освещение, это рекламные носители конструкции с экраном, это система входа доступа безопасности, вот, и ремонт внутренних помещений некоторых, которые необходимо клубу и стадиону для получения лицензии иметь в надлежащем виде и оборудовать по регламенту, согласно регламенту. Поэтому эти работы все ведутся, вот, начаты относительно недавно, потому что мы не знали, будем играть мы в стыках, потому что если мы играли в стыках, никакие работы вести нельзя, да, то есть мы должны были ждать стыкового матча и только после этого начинать что-то делать. Вот, поэтому сейчас, когда стало известно, в воскресенье все подтвердилось, сегодня исполком принял решение тоже уже признать результаты, да, чемпионатов. Соответственно, работы начаты. Будем, скажем так, держать кулачки, чтобы все вовремя успели. Андрей Воронеж, Сергей Свиридов. Примите и наши поздравления. Спасибо. С историческим успехом. В связи с этим вопросом, все люди, которые были так или иначе причастны к предыдущему периоду игры в премьер-лиге, ну тогда еще в высшем дивизионе, они стали настоящими легендами города, региона. Как вы считаете, кто из нынешнего состава спортивного, менеджерского, управленцев и всех причастных к этому успеху станет, ну, такой же легендой, сопоставимой по уважению болельщической среде? Ну, вы знаете, этот вопрос нужно адресовать не мне, а точно болельщикам, потому что, как вы сказали, легендарность в определенных аспектах личности, наверное, не только в Воронеже, но и в принципе в любом месте формирует общественность, то есть это непосредственно болельщики. Поэтому мы достаточно простые, скромные все ребята, любим работать. Вот, поэтому я думаю, что болельщики будут определять уже, кто для них легенда, а кто нет. Я точно не стремлюсь стать легендой, я хочу просто работать и доказывать состоятельность и, скажем так, объединять как раз-таки болельщиков вокруг, которые есть в регионе. Об этом и говорил изначально, что интерес вызванной работы в ФНЛ факелом там для меня обуславливался в большей степени наличием болельщиков и большой армии болельщиков и традиций в первую очередь. Здесь интересно работать, потому что есть люди, они, конечно, разные все, но есть реальный интерес к футболу и к факелу. Это бренд определенный, и это все завязано было изначально для меня лично, по крайней мере, за других я говорить не могу, завязано лично вокруг тех болельщиков, которые, как мы все до этого говорили, и вы поздравляли, 21 год практически терпели, ну вот, слава богу, вытерпели, и это достаточно тяжело, поколения сменяются, но клуб в определенные тяжелые времена находился, да, в таком удручающем положении, но надо отдать должное, опять же, в первую очередь людям и болельщикам, что никто никого не бросал, клуб не бросали, передали через там десятилетие, скажем так, или пятилетие, без разницы, кому-то молодому, кто не видел клуб, который участвует в премьер-лиге, а только об этом слышал. Это дорогого стоит, это есть то объединение, которое вокруг клуба и команды произошло, но это в первую очередь, еще раз говорю, те традиции, которые были заложены изначально, те люди, которые, болельщики наши, которые преданно все это время терпели все и шли бок о бок с клубом, многие поддерживая его и так далее, потому что, поверьте, даже не в рамках ФНЛ, а в рамках вообще футбольной, скажем так, нашей страны,
собрать там условно даже, хотя это не так далеко, там 120, сколько, 130 километров, такую поддержку в Липецке, да, из двух, практически 2500 центральными там секторами. Вот это дорого стоит, и это делают болельщики. Для этого существует клуб. Наверное, преждевременно сейчас говорить о каких-то кадровых вопросах, но если работа ведется, она наверняка ведется, то рассчитывается, если расчет усилится какими-то легионерами или в настоящих условиях будет приоритет отечественному рынку игроков отдаваться. И если можно, хотя бы ориентировочно, какие задачи будет ставить клуб, не вылететь или что-то большее? Сразу очень быстро на все вопросы тяжело отвечать, как вы правильно знаете, потому что мы еще должны сначала собраться, скажем так, с мыслями и организовать вообще рабочий процесс клуба непосредственно под тем критериям, которые требует РПЛ, вот, в первую очередь. Говорить там о составе еще рано, мы точно не будем ориентироваться исключительно там или зацикливаться, скажем так, на, естественно, иностранцах, с этим есть проблемы, мы все об этом знаем. Я не могу сказать, что там точечно, может быть, не будет или будет, пока не могу сказать. Над этим работает спортивный директор, и селекционеры смотрят, скауты, и тренерский штаб совместно с ними. Вот, конечно же, приоритет мы будем отдавать и игрокам, которые у нас есть и которые, возможно, будут с российским паспортом, конечно же. Вообще нужно клубу усиление или нынешний состав готов решать большие задачи именно уже сейчас? Вы знаете, это все время очень такой сложный вопрос, когда команда любая поднимается, ну, или просто любая организация с одного уровня на другой. Понятно, что ребята молодцы и бойцы, огромные молодцы, и они заслужили этот выход на все 100%. Это была их работа, вот, и каждый день они к этому шли, были мотивированы, конечно же, с ошибками и так далее, но дальше уже будет видно, дальше уже зависит больше от головы, от психологии. Готов ли ты биться, в плане не просто биться уже, а готов ли ты соответствовать уровню другому, в плане отношения еще большего к себе, еще большей концентрации, отсутствия там какого-то даже элементарного страха перед премьер-лигой условно, потому что что в ФНЛ, что там, всегда мы игрокам пытаемся доносить, что у всех две руки, две ноги. Еще раз говорю, несмотря на то, что кто-то получает или у кого-то есть какие-то большие бюджеты, их можно легко оставить позади при правильной организации, да, то есть это, еще раз говорю, и сработало. Поэтому мы будем смотреть поступательно, двигаться, вот, конечно, мы хотим и сохранить ребят, я думаю, что и точечное усиление какое-то будет. Я отвечу сейчас так абстрактно, но вот так вот, на сегодняшний день. Ну и в заключение еще позвольте один вопрос. Поднимались косвенно, но хотелось бы, может быть, более конкретно, если можете оценить вклад регионального правительства, губернатора и всех причастных вот со стороны власти людей, которые, наверное, могут разделить сегодня вы, этот успех. Ну, не то, что даже могут разделить. Я очень много сказал о болельщиках, и я, когда говорил о всех болельщиках в городе, в регионе, я не делал исключений, и представители региональной власти, городской власти, в частности, губернатор Александр Викторович, да, это те люди, которые, без которых, скажем так, никакого результата бы не было. Это есть те же болельщики, которые за факел переживали, которые помогали и помогают. Вот. И самое основное, как вы правильно заметили, я уже с первого дня говорю, что если бы, скажем так, отношение к клубу со стороны и Александра Викторовича было бы, может быть, таким незначительным. Я это встречал в других регионах, когда общался со многими до прихода в «Факел», вот, то я бы, наверное, не принял бы условное решение. Я, опять же, за себя говорю, прийти и работать в «Факел». Поэтому Александр Викторович возглавляет наблюдательный совет. Он живо интересуется всеми вопросами, в зависимости, конечно, от своего графика, расписания.
тяжелого, но, поверьте мне, он с факелом был с первого до последнего дня, так же, как и представители, в принципе, наверное, все, со всеми рабочими моментами какими-то и так далее, но все это сделали, большой шаг, и все они являются большими болельщиками клуба и также представляют вот эту большую армию болельщиков. Это очевидно. Роман Григорьевич, подскажите, пожалуйста, вот все-таки, да, по поводу планов по усилению команды, когда они могут созреть, да, я понимаю, что нужен бюджет, нужно определиться с задачами, но все-таки вы видите игру изнутри, сами понимаете, где слабые места, где сильные. Вот. Второй вопрос по стадиону. Есть ли опасения, что все-таки к началу сезона придется играть на каком-то нейтральном поле? И есть ли такой запасной вариант? Какой-нибудь рассматриваете, не рассматриваете? Или... Вот. Ну и по третий вопрос по спонсорам. Вы сказали, что ведется работа, она будет. Но, может быть, есть уже там переговоры первые с какими-то крупными компаниями, на которых можете рассчитывать. Можете их не называть, просто есть, нет. Чтобы мы поверили. Начну с конца, а то я забыл очень много вопросов. Что касается спонсоров, еще раз, я очень не люблю говорить что-то, пока ты этого не сделал. Вот не люблю. И меня за это, кстати, многие очень критиковали из болельческой среды, особенно с первых дней, когда я там, вот, задачи не ставятся, это не делается, это не говорится конкретно. Ну, это может кому-то нравится, не нравится, но вот я приверженец такого подхода, поэтому я точно не буду никого называть и точно не знаю, сможем мы реализовать это или нет. Это такая достаточно большая полномерная работа, она и до этого велась. Еще раз говорю, у нас впервые, за сколько я, по крайней мере, имею доступ к документам «Факела» за все годы до меня, у нас столько спонсоров, которые сейчас есть, в общем пуле, я еще раз говорю, не было. Мы заработали порядка 100 миллионов рублей сами на спонсорах. То есть это дорогого стоит. Что касается будущего, еще раз говорю, есть определенные наработки, но они зависят от многих факторов и от той ситуации, которая сейчас сложилась. Поэтому не хочу забегать вперед и, скажем так, что-то даже в этом отношении конкретизировать, дабы не быть просто, скажем так, пустословом. Вот. Второй вопрос. По стадиону. Есть ли опасения? Ну, слушайте, в нашей жизни, если ко всему относиться так с опасением, опасение может быть и во всем. И завтра не знаю, что есть. Я же конкретизировал, что работа ведется, задачи поставлены губернатором, лицензию мы получили, все контракты предоставлены, они оплачены практически, да, и так далее. И платежные подтверждения, поручения, они все тоже были предоставлены. Поэтому у меня нету, скажем так, наверное, опасений, скажу так, что не будет что-то сделано. Возможно, мы держим кулаки, чтобы мы в графике уложились, потому что, опять же, логистика поставки и оборудование дорогостоящего, и вообще, в принципе, там, начиная со стройматериалов, всего остального, каких-то вещей, они, конечно же, присутствуют. Но я не хочу говорить о плохом или там о каких-то опасениях. Есть, еще раз говорю, график, который согласован, и он должен быть исполнен по поручению правительства Воронежской области. Первый. А резервная арена должна быть у любого клуба, так как мы сейчас и в ФНЛ, и в РПЛ, то есть у нас был заявлен стадион в Кубани. Он не соответствует, естественно, уже клубу РПЛ. Сейчас мы, вот еще раз говорю, прошло только несколько дней, естественно, мы должны будем... Помимо стадиона своего, который мы заявили уже, мы должны будем заявить резервную арену. Пока какая резервная арена у нас будет, я не знаю. И по кадрам. Кому-нибудь присматриваетесь? Или может кто-то из игроков сказал, все классно, я ухожу. Вот есть тяжелая структура, понятная структура. У нас есть, у нас в принципе штат маленький, даже по меркам ФНЛ. Всегда был маленький, сказать, сколько у нас людей работает, сколько в других клубах, ФНЛ в большинстве, там можно будет за голову схватиться, но мы такие все любящие свою работу, поэтому справляемся. Вот. У нас есть спортивный директор, у нас есть, скажем так, тренерский штаб во главе с тренером главным, есть селекционер, возможно, у нас появится еще один человек, который возглавит, ну, по иерархии селекционную службу, после генерального директора, все будет позже. Вот. Поэтому они в этом направлении уже точно работали и до, и рассматривали разные варианты, если мы остаемся в ФНЛ, рассматривали варианты, если мы выходим в РПЛ, то есть наработки у них есть точно, они поэтому работают и
получают зарплату. Поэтому более конкретно сейчас пока что-то говорить, я думаю, еще точно рано, потому что тоже мнение должно быть у тренера, сформировано уже после эмоций, сейчас отпустит, чуть человек отдохнет, он сформирует также свое видение, обсудит с спортивным директором, все решения будут приниматься коллегиально и совместно, как это и было на протяжении последних лет. Роман Григорьевич, и разрешите провокационный вопрос. Вот конец РПЛ, конец сезона в РПЛ показал, что есть проблема, дефицит с качественными топ-менеджерами, руководителями клубов. В РПЛ? В РПЛ, да, в том числе. А в ФНЛ нет? Ну, в ФНЛ, само собой. В связи с успехом «Факела» вам случайно никакие предложения не поступали? И если вдруг поступят, рассмотрите их? Слушайте, действительно провокационный вопрос такой тоже отвечать на. Ну, во-первых, я изначально, когда многие считали и говорили, что я отсюда уеду рано, я сказал, что я доведу точно до определенного завершения свою работу, и я это сделал, как и говорил. Это единственное, что я заявил в начале, что я точно не оставлю. Даже когда была у нас вероятность выпада во второй дивизион, я сказал болельщикам и совету болельщиков, да, который собирается, и вот такой рабочая такая история с дискуссиями и так далее, с критикой, с обсуждением. Я им сказал, что они волновались, я сказал, что нет, в любом случае клуб мы до определенного уровня, какого мы сможем дотянуть, мы дотянем. Вот, мы это сделали, никого не подвели. То, что сейчас мы продолжаем развитие клуба, и этим будем заниматься, это точно. Ну, не знаю, вот у меня, я каждый год говорил, что у меня, например, свой контракт, у меня он на год заключается, как здесь было положено, видимо. Ну, вот у меня сейчас он в конце мая заканчивается, вы меня спрашиваете про комплектование команды или еще что-то. Вот, сейчас будем общаться с наблюдательным советом или с коллегами. Может быть, мне предложат продление, я же не знаю. Вы уже упомянули про 100 миллионов рублей, которые вы заработали на спонс. Порядка. Порядка, да. Чтобы не... Да, за какой период хотелось бы уточнить? За год. За последний сезон. За этот сезон. Спасибо. РИА Новости, Алексей Андреев. У меня, вы знаете, какой вопрос? Скажите, все-таки хотелось бы услышать, какие конкретные цели ставит перед собой команда в следующем сезоне. Почему я спрашиваю? Потому что можно, например, как в 97-м году красиво играть, показывать отличный футбол, но вылететь. И второй вопрос. Есть ли конкретная дата, срок, к которому должен быть уже готов стадион? Спасибо. Стадион какой? Главный стадион. Стадион главный с профсоюзов со всеми недочетами должен быть готов к началу чемпионата. Когда будет начало чемпионата, я так понимаю, еще РПЛ, я не участвовал ни в одном совещании, и, по-моему, еще нет начала даты, которая утверждена. Была возможность, но это же график, может быть, нам по графику выпадет играть первые там один тур или два на выезде, такое же может быть тоже. Мы не знаем. Ну, конечно, то есть как бы это должно быть соблюдено. Касаемо целей и задач, еще раз, у меня встречный вопрос через вас всем болельщикам условно и вам тоже. А клуб с минимальным бюджетом, который у нас точно в РПЛ будет один из самых маленьких, это уже гарантированно, кто бы что ни говорил, и чудес не бывает, и мы это понимаем. И наша основная задача, как и в ФНЛ, условно, оценивать реально ситуацию, да, что хочется, красивой игры и вылета, либо некрасивой игры и остаться, условно, да, тоже вопрос большой, это на дискуссию отвечать не надо. Я еще сам не нашел ответа, потому что сомневаюсь, это первое. Я могу это конкретизировать немножко по-другому, знаете, для молодого клуба, который только-только попал в РПЛ, а мы таким и являемся, потому что за 20 лет точно мы стали молодыми, скажем так, обнулился факел вот в этом направлении. Вот, я думаю, основная задача, естественно, это не выпасть. Ну, это, ну, очевидный факт, да, то есть, условно, биться за это, да. Понятно, что будет сложно, понятно, что все будут хаять Воронеж, я уже в предчувствии заседаний и журналистов где-то по поводу нашего стадиона, что все будут недовольны. Приезжие, гости, городом, я думаю, уверен, все будут довольны 100%, и это, кстати, одна из весомых причин, которую я тоже объяснял многим коллегам и в Москве, и здесь, кто не понимал этих вещей, может быть, об этом не думает даже, да, но вы понимаете, что всплеск и участие в РПЛ для «Факела» футбольного города и региона означает еще не только всплеск интереса местных болельщиков к «Факелу», к своему клубу,
но еще и повышение, скажем так, внутреннего туризма. Сколько болельщиков приедет со стороны, там, условно, там, Питера, Москвы в этот город и увидит Воронеж, которые до этого здесь не были, поселятся в гостиницах, зайдут в рестораны, пойдут в магазины, условно. Это дорогого стоит, потому что болельщиков будет много. И Воронеж выйдет на определенный статус узнаваемости в футбольном мире нашей России точно на другой уровень уже. И как минимум мы отталкиваемся от этого. Поэтому задача глобально говорить рано, но точно молодой клуб, любой факел не исключение, еще раз повторюсь, выходящий в премьер-лигу, должен попытаться из нее не выпасть. А если случится по спортивному принципу, опять же, в конце чемпионата ситуация, где клуб понижается в ранге и уходит в ФНЛ, то основная задача, чтобы не было у нас случаев, которые были, и вот вопрос, который мы обсуждали по поводу там, менеджмента или руководства клубом, что эти клубы просто не распадались. Мы обо всем говорим, спасибо в кавычках там, Тамбову, другим клубам, из-за которых регламенты поменяли и ужесточили все в большей степени. Потому что эти клубы, даже если ты выпадаешь опять, ты, скажем так, незрелый клуб по меркам РПЛ, я имею в виду, с маленьким бюджетом. Но, извините, если ты выпал даже, отыграв сезон в РПЛ, и не обанкротился, потому что ты не раздул бюджет, ты не влез в долги в какие-то, то твой клуб не исчезнет, а он также в следующем сезоне будет биться за выход опять в РПЛ, условно, при наличии, еще раз говорю, правильной финансовой дисциплины и организации. Вот этого управленцы многие не понимают, потому что некоторые думают, что попали в РПЛ, ага, я сейчас пойду-ка в банке к этим, займу там деньги, здесь попрошу, раздую там зарплатные ведомости и так далее, а потом отдавать нечем. И получается, что ты сезон кое-как докатил, если даже докатил, денег нету и даже в ФНЛ нечего делать уже там по меркам задолженности и так далее. Поэтому это основной аспект, который нужно в этом учитывать, отношения. И, ну, еще раз повторюсь, конечно же, выпадать никто не хочет и не будет. Будем точно биться и бороться за то, чтобы закрепиться, скажем так, в премьер-лиге. Коллеги, есть еще вопрос? Богачев Сергей, портал «Обозреватель ВРН». По поводу кадровых. Понятно, что на вход пока еще прогнозировать трудно, кто еще придет. На выход, кроме арендованных игроков, это у нас Никитин, вратарь. Да, вот прямо на сегодняшнюю минуту и день могу сказать, что арендованные игроки, они точно вернутся в расположение своих клубов. Это Файзулин, это Никитин и это вратарь, да, там наш, господи, Мещенко, да, вылетел, извините, Ещенко. Они вернутся после своих аренд. Дальше мы будем смотреть, что будем делать по ним. По остальным кандидатурам я сейчас не готов говорить. С рядом игроков продлили контракты, у многих кончаются тоже. Ну, конечно, это нормально, да. У нас мы к этому и шли, без разницы, где бы мы были в плане, я имею в виду, этом без разницы, либо в РПЛ, либо в ФНЛ. Мы и до этого всегда так делали. Это правильно и грамотно с точки зрения управления клубом, командой делать. У нас где-то 50% игроков на сегодняшний день с контрактами, а 50 игроков, с которыми мы будем решать дальнейшую судьбу. Вопрос не решен. Но если у них заканчиваются сейчас контракты в мае, то на сегодняшний день он, еще раз говорю, не решен. Мы точно будем вести диалог, ну а дальше посмотрим, как получится. Есть люди, с которыми расставаться планируете? Я говорю, я не готов ответить, кроме арендованных, я сейчас не готов на это говорить, на эту тему. По поводу усиления руководящего штаба, на последних матчах замечен Александр Самедов. Это... Ну, Александр Самедов очень большой профессионал, с моей точки зрения, любит футбол. У него есть определенный свой взгляд и видение. Я честно скажу, что я просто в последнее время мы общаемся, и Кирилл Котов знает Сашу достаточно хорошо. Он нам помогал в каких-то вещах с точки зрения своего видения, консультации и так далее. Сейчас давайте не будем об этом разговаривать. На сегодняшний день прям. По поводу билетной программы, ценовая уже как-то сформировано. Я предыдущий ответ говорил, да, то есть когда мы поймем... Но это будет увеличение или же останется? Нет, это, конечно, будет увеличение.
Я об этом говорил. Процентов? Я об этом говорил уже, опять же, своего прихода. Как только мы пришли, мы понизили цены, потому что мы сказали о том, что клуб не может требовать такие деньги, хотя они все равно были маленькие, с болельщиков, так как он два раза там уже кое-как спасался и чуть ли не выпадал во вторую лигу. На следующий сезон мы оставили точно такие же деньги, потому что был ковид, и мы тоже должны были слив в последнем месте, но чемпионат был остановлен, как вы помните все, вот, и никто не вылетал, не заходил. Вот. И потом мы тоже сейчас не поднимали. То есть мы в течение нескольких лет, несмотря на то, что у нас все равно в том году было 9-е место, сейчас мы более амбиции ставили, больше амбиций у нас было, и мы не поднимали, но, естественно, премьер-лига, и мы будем поднимать ценовую билетную программу, то есть она будет поднята. Насколько или там какая, я сейчас не могу сказать, это будет в официальных источниках выложено, когда у нас все будет готово по билетной программе непосредственно. Матчи по категориям не намерены делить? Условно, Спартак вызовет больше. Нет, вы правильные вопросы задаете. Я вам честно скажу, я за два дня еще не успел пока проанализировать все. Да? То есть есть сегменты деления на матчи больших команд, средних команд, я не знаю, там второй восьмерки, как угодно можно к этому относиться. Либо это будет одна единая ценовая политика, без разницы на какую команду и так далее. Мы это решим, посмотрим. Плюс нам, естественно, нужно вводить и интегрировать систему и абонементов, и с нашим партнером по билетной программе думать, как это будет. Это такая очень долгосрочная работа. Мы, в принципе, начинаем все сейчас с нуля. Да? То есть это очень тяжело. То есть я один день порадовался, на следующий день уже осознаешь масштаб, условно, задач, которые увеличиваются раз в 5, наверное. И это все нужно еще в проработке. Сейчас билетная программа прорабатывается, делается аналитика определенную, которую я запросил по клубам РПЛ, потому что я не интересовался, я в РПЛ не работал в последние годы. Вот. Когда у меня эта аналитика будет, заключение, то мы примем решение, какая будет билетная программа и будет ли она разделена, на что вы говорите, по командам. Предсезонка уже как-то распланирована, когда команда собирается? Да, распланирована, конечно. Можно? Тренер вчера, мы объявим об этом на официальном сайте. Сейчас я получу от тренерского штаба окончательный подписанный документ по поводу там дат, сборов, когда, где, что, и тогда мы это просто выложим сейчас. Просто я боюсь, сейчас что-то скажу, а пока документ не получил, там будут какие-то изменения с его стороны. Спасибо. В ближайшие дни мы это все осветим. Ольга Шповал, ВТВ «Губерния». Скажите, награждение команды вообще какое-то планируется и встречи с болельщиками в преддверии сезона? Слушайте, награждение, я думаю, что команды какого-то, я думаю, не будет, мы не будем устраивать. Во-первых, мы недовольны вторым местом. Вот. Это не медали за первое, могли бы быть первыми, если бы не оступились в предыдущих турах в некоторых моментах, о чем ребята знают. Но я шучу, дело даже не в этом. Дело в том, что так как мы провели тяжелейший сезон, и у нас так же, как и у «Торпеды», был перенесенный матч и тройники среди недели, и последний выезд у нас был, а «Торпеда» в Москве играл. Но это я для сравнения просто говорю, что они, конечно же, все очень сильно устали, и физически в первую очередь, и психологически. И мы отметили, скажем так, на следующий день после приезда всей командой и клубом уютном месте, спокойно и так далее. Все друг друга поздравили, и ребят побыстрее тренерский штаб отпустили, потому что у нас ряд человек, мы развиваемся тоже с тренерского штаба, они учатся, им на учебу нужно было ехать, повышение квалификации тренерского. Вот, Олег Петрович сегодня уехал к семье, и, соответственно, ребята уже чуть ли там некоторые не в день празднования, в воскресенье тоже уехали отдыхать. То есть нам здесь это время очень важно, поэтому мы им предоставим отпуск, чтобы они как можно быстрее восстановились, потому что, в принципе, уже скоро собираться на сборы, как минимум. Вот. Поэтому я думаю, что нет. И еще какой-то был вопрос? Встреча с болельщиками, конечно же, с командой, я еще раз говорю, только, может быть, после возвращения из мини-отпуска, вот, устроить. Если говорить про там клуб или руководство, то советом болельщиков мы встретимся точно в каком-то более глобальном формате. Если говорить, видите, вот с 2019 года говорю, был бы инфраструктура, можно было это ее использовать. Да? То есть мы сейчас все равно отдадем предпочтение работам, которые ведутся, да, там на стадионе.
вот ЦСП. Это все силы будем бросать, и наши, и область тоже делает все возможное с контрагентами, но мы консультируем все равно, так или иначе. На это, и, к сожалению, времени может не хватить. Просто еще будет РПЛ-собрание, ездить надо и в Москву, и сюда, и так далее. То есть сейчас, наверное, нет, но перед стартом чемпионата, там, в процессе сборов, наверное, мы какой-то день выберем, когда уже будет понятно, и с удовольствием со всеми встретимся. Когда команда будет здесь, может быть, даже там на тренировочном поле, на чайке здесь позовем болельщиков или всех, кто захочет прийти. Но чуть позже.